Один из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам дословно переводится как «праздник жертвы». Его отмечают верующие со всего мира через 70 дней после окончания месяца Рамадан. В этом году Курбан-Байрам был отмечен 16 июня, и мусульмане Кашхабского района начали праздновать его с самого утра. Утренний праздничный намаз был совершен в главной мечети, где собрались верующие. По традиции, на территории Тутовой рощи было принесено в жертву две головы крупного рогатого скота, которые были приобретены за счет средств индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств района. Всего в этот день было распределено 600 килограмм мяса на 190 семей района, включая многодетные и малоимущие семьи.